дочь известной певицы Алсу Микела стала одной из участниц проекта «Голос». Дети, она прошла с успехом так называемые «слепые прослушивания». Сейчас девочка находится в команде популярной исполнительницы Светланы Лободы. Она надеется, что звезда многому ее научит. Девочка, которой сейчас 10 лет, рассказала о нравах в их семье. «Воспитывают нас довольно строго, но мне кажется, что все замечания справедливые, и я знаю, что они помогут нам в будущем. Категорически нельзя обманывать и грубить, желательно получать хорошие оценки», — заявила девочка. Микела отметила, что она готова поделиться со своей мамой любыми проблемами. Она прекрасно знает, что Алсу поддержит ее в любой ситуации и даст правильный совет. При этом певица, как заметила ее дочь, не повышает на нее голос. Найдет выход из любой, даже самой трудной ситуации. Микела подчеркнула, что не так давно завела аккаунт в социальной сети Instagram. Количество подписчиков увеличивается с каждым днем, что начинающую певицу очень радует. Иногда она выкладывает на страничку видеозаписи со своими выступлениями. Фанаты оставляют восторженные комментарии. Некоторые задают вопросы о ее творчестве. Она старается каждому ответить, когда появляется свободная минутка. Микела также заметила, что главный подарок для нее – это то, что родители ей разрешили участвовать в проекте «Голос». Дети, сообщает Стархит.